также хотим напомнить людям, что во время Великой Отечественной войны наши четвероногие друзья участвовали в военных действиях наряду с бойцами. Они работали собаками-минерами, собаками-проводниками, связистами по поставке грузов и так далее. Мы хотим также напомнить о том, что их вклад в нашу победу, конечно же, тоже есть. Мою собаку зовут Альмандрус Феро, он сын чемпиона мира по дрессировке, и вот сейчас его карьера начинается. Ему 4 года, это чистая немецкая овчарка. Голосом и жестом собак положили! Голосом и жестом собак посадили! Ваши модели. Круто. Ваши крутые собаки. Я и две мои собаки. Это собаки обе с непростой судьбой, обе взяты в взрослом возрасте с улицы. И это показывает, что нет ничего невозможного. Если есть желание, всегда можно с любой собаки сделать друга. И, в общем-то, наша основная цель, как спортсменов, как кинологов Федерации спортивно-прикладного собаководства, это обеспечить комфортную жизнь рядом с нашими собаками в условиях города. Показать, что собаки – это здорово, весело, это не страшно. Спорт с собаками – это очень интересная и затягивающая вещь. А можно, пожалуйста, попроще микрофон сделать? Давайте поклопаем. Для установления связи проложили 8000 километров телефонного провода. Иногда даже тяжело ранее. Собака дома от 2 года доставила более полутора тысяч донесений. И собака раньше сейчас доставила. Приготовлена.